Всем привет, мужики! Суббота сегодня, на охоте. Я сегодня не один. Норка моя порезала сильно ногу. Лазили мы с ней, гуляли, патрона выгуливали маленького. Порезала ногу об стекло. Ладно, друзья, в общем, уже два поля прошли, балку прошли. Ни одного подъема нету. Взяла сегодня малого собаку, патрона, с нами охотится. Ну, бегает, вон он, бегает. Патроша, вот он, вынюхивает. Патроша, патрончик, иди сюда, иди, мой мальчик. Иди поздоровайся, охотник. Попер он. В общем, работает, работает, видно, что толк будет с него. Нюхает. Как раз хорошо с нами в компании еще одна гончая. Уже рабочая собака. Ну, чтобы хоть было на кого смотреть ему. В общем, браты, такие вот дела неважные. Вообще зайца нет. Ходим, 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 а зайца нету. Блин, и уже и в поле, и посадки, и балки, ну вообще, ну как будто его и нету тут. Следы есть, снежок уже у нас третий или четвертый день лежит. Следы есть, есть и свежие следы, ну блин, ну а зайца нету, не знаю, или так плотно лежит, или просто не можем найти его, где он. Так что такое вот, такие вот дела. Тем не менее, ищем, ходим, смотрим. Сейчас я буду переезжать. Пацаны пошли через поле. Я буду переезжать на балку. Там еще с патроном походим. Ну, у меня обход небольшой. Я из-за машины, из-за того, что я на машине, я переезжаю, подбираю, стою на застреле. То есть двигаюсь мало. Да, ну и собачка маленький еще, его тягать много сильно. Первая охота у него, первая охота. Так что, ну, бегает, ищет, нюхает. Ну все, он такой весь в работе. Ему и ко мне подойти некогда. Пока еще плоховатенько слушается. Ну ничего, это мы научим. Со временем привыкнет. Что же он первую неделю у меня только. Первую неделю и уже охотится, уже работает. Вот, конечно, на повороте. Ну просто завал следов, я вам сейчас покажу. Вот он тоже бегает, с ума сходит. Вот, смотрите, истоптано все. Просто истоптано, живого места нет. Тут и лисы, и зайцы. Все. Следов море. Ну а толку нету. Следов-то море, я ничего найти не можем. В общем, друзья, охотимся. Еще утро, только началась охота. То я, может быть, сразу до хрена и хочу. Сразу с утра, чтоб и заяц уже был. Все, друзья, смотрим дальше.